Герцева сапоги избиты, резина обкатана, сношена. Долго шоркался в тайге, а выйдя на лов, торопился, в зимовье больная. И когда зацепил тайменя, хотел поскорее его умаять. Забегал, запрыгал по камням, чтобы подволочь рыбину к отмели и добить из мелкашки. Был, наверное, первый подморозок. Поскользнулся, упал, ударился затылком о камень. На минуту, небось, из сознания выбило, но захлебнулся в пороге здоровенный человек. Возможно, и судорогой скрутило. Вода-то лед. Похоронив Герцева, Аким, потупившись, сказал: «Ну вот, понимаешь, какое дело?» Он поднялся к порогу и в прозрачной воде увидел зеркально мерцающую катушку. Поднял со дна складной спиннинг, по леске подтянулся к тому, что было тайменем. Скелет рыбины изгрызен зверками, разбит клювами птиц, голова разодрана когтями, челюсти тайменя, как будто конские подковы со стрями гвоздей торчали из песка.